какой? Это? Вот оно. Это маленькая? Да. Всем привет! Мы на канале Ашерка. И сегодня мы приехали за елкой. Подожди чуть-чуть, Ашер, подожди. Смотри как. Здесь в Венгрии целые елочные плантации. И люди приезжают и выбирают елочки. Потом опять все засаживают, и они вырастают к следующему Рождеству. Мы выбрали вот такую маленькую и пушистую. Опа! Все уже? Так быстро? Класс! Ну что, Шер, понравилась елка? Идем домой наряжать? А пахнет как? Живая елка. У меня 20 лет, и может и больше не было живой елки. Да? Да, мы всегда ставим искусственную. Потому что у нас лес просто рубят любой в лесу. Берут елки и рубят. У нас нету таких ферм. Или как это назвать? Плантаций елочных. Вообще на улице они продаются? Продают те, которые просто люди поехали в лес и срубили, что хотели. Вообще это запрещено, нельзя, но люди все равно это делают. Елка приехала. Да, нормально, да? Угу, супер. Ну все, бусинка, готовься наряжать. А веточки на кухню или туда, да? Там еще одна должна быть веточка, кстати. Раз, два, три, елочка, не гори! Раз, два, три, елочка, гори! Супер! Молодец! Это Дед Мороз был шоколадный. Прям там рядышком? Главное, переживай, чтобы друг. Ага, чтобы они охраняли друг друга. Это тоже. Целое? Давай с этой стороны, Шер. С этой стороны вообще шоколада нет. Давай я пока... А, куда бы этот шарик повесить? Давай с этой стороны мы еще не вешали. Так. Смотри, эта сторона еще вся пустая. Красота. А это ты тут сзади спрячешь, а потом, наверное, в самую последнюю очередь найдешь и съешь, да? Прячь шоколадки скоро. Ой, какие у нас Деды Морозики. Молодец. Давай со всех сторон, много-много. Я повешу такие грибочки. Пусть он эту печеночку, елочку увидит и сяжет гам-гам. Давай, вешай елочку гам-гам. Это печеньки, да, у нас елочки, да, такие? Да, и когда это Шанду увидит... А повесь куда-то, чтобы я ее тоже видела. И сяжет гам-гам. Съест, и молоко ему еще поставим, да? И печенюшки положим. Нет! Печенюшка будет это вообще. Когда он по
Николаевича, он эту печенюшку сейчас дает. Надо еще таких печенюшек купить, правда, и шоколадных конфет. Что-то мало. Один, два, три, четыре, яичко, гори! Вау! Всех с наступающим Рождеством! Вы были на канале Ашерка. Пока-пока. А это? А это вниз можешь поставить. Вот туда. Да, мы еще забыли вот такую елочку. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.